Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Как повысить себе самооценку? Она ниже плинтуса, мне 23 года, я не толстая. При росте 165, мой вес 47 килограмм. Но тело не такое подтянутое, как хотелось бы. Я не могу принимать себя такой, какая есть. Сейчас лето, жарко, я стесняюсь одевать платья, шорты, юбки. Мне кажется, я выгляжу некрасиво, ноги некрасивые, руки. Постоянно мне кажется, что люди смотрят на меня, обсуждают между собой. Надоело быть такой, все принимаю близко к сердцу, почему я завишу от мнения людей. Кадры в голове, а вот что они подумают обо мне, я же некрасивая. Я устала от самой себя, в жизни все не так плохо, внутри какая-то черная дыра, которая засасывает. Такой вопрос у нас. Ну, смотрите, вообще говоря, вот, мне думается, что здесь сам по себе вопрос несколько некорректно поставлен, потому что повышать самооценку не намного отличается от того, что сейчас она у вас, например, занижена. А вот. Ну, в смысле того, что если вы, ну, например, допустим, да, если вы вот как-то тяготеете к повышению самооценки, да, если вы как-то вот, ну, именно тяготеете к этому, вот, то это не намного будет отличаться от того, что она у вас занижена. Вот. То есть я бы хотел, чтобы вы постарались это для себя понять. Этот момент. Я думаю, что он, конечно, тот факт, что вас беспокоит и мнение других людей, то, как вы выглядите, в первую очередь свидетельствует, на мой взгляд, о том, что вам как-то вот ваша собственная жизнь не интересна. Вообще. Вот, чтобы я, наверное, в первую очередь заметил бы. То есть вам интереснее то, что о вас могут подумать другие люди. Больше, чем вы сами. То есть вам интересно то, что о вас могут подумать другие люди, в большей степени, чем ваша собственная жизнь. Вот. И, соответственно, ну, у этого есть свои основания, у этого есть свои причины, почему для вас это именно так.
почему для вас именно в таком ключе более, что ли, актуально, ну восприятие себя, восприятие своей личности и так далее. Вот. На мой взгляд, если человек слабо интересуется своей жизнью, то он будет так или иначе перекликаться, переключаться, точнее, он будет так или иначе переключаться на что, ну, на что-то другое. То есть он будет так или иначе переключаться на, допустим, других людей. Он будет так или иначе переключаться на то, что о нем думают. Вот. Просто потому, что ничего другого в жизни нет. Просто потому, что ничего больше не интересно. И, соответственно, энергия, она должна на что-то направляться. Вот вы ее и направляете на то, на что направляете. Вот. Неважно, хорошо это или плохо, неважно, совершенно, нравится вам это или не нравится. Это происходит. Происходит потому что вы обращаете на это внимание. Происходит потому что ничего более интересного в вашей жизни, как я уже сказал, нет. Вот. Если вы, допустим, могли бы, к примеру, больше внимания обращать на свою жизнь, на себя, на то, что вам, например, нравится, на то, что вас интересует, а вот на то, что вас увлекает по жизни, то все эти вещи были бы не так важны, как то, о чем вы сейчас пишете.
Вот. Я думаю, что повышение самооценки, условно говоря, для вас могло бы заключаться в том, чтобы интересоваться своей жизнью, в том, чтобы лучше узнавать себя, в том, чтобы лучше понимать себя, вот, и чувствовать себя. Ну, например, да? Что вам нравится, что вас увлекает, что привлекает и так далее. То есть вот согласитесь, что этого ничего такого нету сейчас, по крайней мере, если мы говорим конкретно о ситуации на данный момент для вас актуально. Конечно, я не собираюсь в этом смысле делать какие-то далеко идущие предположения. Понятно, что я не знаю и не могу знать наверняка и до конца того, что с вами происходит. Но я думаю, что в целом ситуация заключается именно в этом. И если говорить о том, как это корректировать, то вот, по моему мнению, делать это нужно именно так. Понятно, что у вас, скорее всего, к самой себе есть довольно серьезные большие требования. На мой взгляд, это также очевидно. И то, что вы говорите, что не можете себя принять, это также, в свою очередь, связано с определенными установками вашими. Понимаете, да? То есть вот этот момент, он, как мне кажется, довольно серьезный. Очень важно, как формировалось и до сих пор формируется ваше отношение к самой себе. То есть как вы формировали свое восприятие
себя. Это вот, на мой взгляд, тоже очень важно, потому что откуда-то вы пришли. Да? Вот. Ну, то есть, вот, в смысле, откуда-то вы пришли. Из какого-то опыта вы пришли. И нужно с этим тоже разобраться, чтобы как минимум вам было понятно, о чем идет речь. Ну, о чем идет речь. И чего вы на данный момент хотите? Мне видится ситуация такой, что вы себя обесцениваете, не позволяя себе, может быть, делать то, что вы хотели бы делать. Вместо этого вот переключаю внимание на других людей. Да? Еще один важный момент заключается в том, что вы называете черной дырой. Ваша черная дыра — это что это такое? Это боль по поводу чего-то. Непрожитая боль, которой вы пытаетесь убежать. Вот, ну. Как ни беги, убежать не получится. Можно только проживать это. С чем вам и может помочь специалист. На этом, пожалуй, все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь.